кто там? Третий? Второй? Ефесянам? Второй, наверное. Ефесянам какая была? 6, 10, 17. Как раз, да. Смотри, как он. Тебе и читать. Где, брат? Читай. Чё я? Я оператор. Заходим, братья и сестры, заходим. Николай, заходи. Николай, давай, давай. Евсевий, заходи, 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 заходи. Давай, давай, молодец. Холодно, да? Ой, холодно. Замерз, папка тебя согреет. Царю небесный, утешителю души сыны, и железницы, и все исполняй, сокровище благих, и жизнеподателю, приди, целися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси, блаже души наша. Отец наш Небесный, благослови нас провести это малое собрание, и благослови всех, не могущих прийти из-за погоды. Милости Твои не отнимают нас, образумляй, чтобы мы были Твоими свидетелями распространения Евангелия. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Моя лука. Солнце еще высоко. Знаешь, почему так много закладок здесь? Они книжку это разделывают. Веревочка там. Сотни, наверное. Ефесянам 6 глава, 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Толкование. Дом каждого есть как бы войско. Поэтому уже, приведя в порядок все силы, выводя их на войну, ибо если каждого отдельности не будет нарушать своего порядка, тогда и военное дело будет в хорошем положении. А так, как уже многие, что казалось распространенным, он привел в порядок. То не страшитесь, говорит, но дерзайте в силе Господа. Ибо у него не просто сила, но могущество силы. То есть он имеет силу неизреченную и все превозмогающую. Ефесянам 6 глава 11 стих. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Толкование. В чем состоит всеоружие? Это покажет несколько после. Но заметь, почему они не сказали битвы или войны, но козни. Козни есть обольщение и уловление посредством хитрости. Ибо враг не открыто предлагает грех, например, он не склоняет явно к идолопоклонству, но располагает к этому иным способом, коварство, то есть правдоподобным словом и пользуясь хитростью. Павел же указанием, что противник ужасен и изворотлив, ободряет их и побуждает к осторожности. Ефесянам 12 стих, 6 глава 12 стих. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злого поднебесных. Толкование.
И это не для возбуждения страха говорит, но для того, чтобы сделать внимательными. Ибо тот, кто указывает на силу врага, делает тем самым своих более осторожными. У нас дело, говорит, не с обыкновенным врагом и не с людьми, подобными и равносильными нам. Как Бог начало и власть имеет, так и надменный тиран устроил у себя подобные же порядки против мира правителей. Не в смысле обладателей мира или твари, потому что Писание миром обыкновенно называет лукавые деяния и тех, кто совершает онные, как в выражении «Вы не от мира». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 19 стих. То есть не с числа творящих злое. Теми же обладают демоны, потому что они добровольно отдали себя в рабство им. Тьмой называют непотребство, которое является и существует в 7 веке, но далее его не простирается. Против духов злобы. Так называют демонов. А так как и ангелы суть духи, то он прибавил злобы, потому что те духи добра и света. Говоря же, что мы воюем не с плотью кровью, он через противопоставление дает знать, что воюем с подвижными, непобедимыми в коварстве и трудноуловимыми поднебесных. Через это опять побуждает бодрости слушателя. Опасность, говорит, в великом деле, ибо дело идет не о земном и тленном, а о небесном. Предлог употреблен вместо «за» и «ради», как бы говорит, «ради небесного воюю», и потому нужно быть бдительным. Ефесянам 6, глава 13 стих. «Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый, и все преодолев устоять». Толкование. То есть в настоящем веке, потому что его называют злым днем, от злых дел, совершающихся в нем. Ободряет также и указанием на то, что время борьбы краткое, ибо называет днем, указывает на их краткость. Всякие страсти и постыдные пожелания преодолев, то есть победив и умертвив. А так как многие после победы пали, то говорит «устоять». И после победы нужна твердость, чтобы побежденный опять не восстал войной. Ибо если мы предадимся беспечности, умерщвленный враг непременно снова оживает. Заметь, что возможно преодолеть и стоять твердо, и мы не должны потом малодушествовать под предлогом, что враги могущественны. Ибо нам дана такая сила, и мы научены такому искусству, что и с демонами можем бороться. И даже больше, не только бороться, а быть настолько страшными для демонов, по силе обитающего в нас, чтобы не нуждаться в борьбе, а просто попирать змей и скорпионов. Сие же говорит Павел, потому что многочисленны были у них противники, научая, что при посредстве сих воюют с нами демоны. Посему не на людей гневайтесь, а вооружайтесь против демонов. Ефесянам 6 глава 14 стих. Итак, встаньте, припоясав чресло ваше истину и облегшись в броню праведности. Толкование. В деле войны первое – уметь хорошо стоять. Поэтому Павел прежде всего советует относительно стояния, требуя, чтобы оно было правильное, приличное воинам, прямое. Ибо надлежащим образом стоящий стоит прямо, не наклоняясь к чему-либо, как и тот, кто не стоит, не есть прямой. Например, человек любострастный, сребролюбивый и живущий роскошно, не стоит прямо, а наклоняется к чему-нибудь. После же стояния припоясывает воина, конечно, в духовном смысле и того, к
который расплывается и находится в расслаблении от пожеланий, скрепляя, стягивая посредством пояса. Чреслами же называют душевное мужество и все выносящую силу. Как дно у кораблей, так и чресла у животных составляют как бы некоторое основание. Потому и мы от утомления часто отдыхаем, положив руки на чресла. Таково же положение и духовный чресл, который апостол повелевает припоясывать истиной, заключающейся как в учении, так и в жизни. Ибо никто из еретиков не припоясывается истиной, но они вращаются вниз, но они вращаются внизу около земли, не имея возможности постигнуть ничего возвышенного. Но человеческими помыслами, вращающимися долу, исследует божественное. Кроме того, будучи нетверды и в жизни, и подчиняясь обращению мира, они не только не припоясываются истиной, но, упав низко, даже жаждут лжи. Но мы не таковы должны быть, а во всем следовать истине. Будет ли это учение, должны в нем искать истину. Будет ли жизнь точно так же? Мы должны быть нелицемерными, чуждыми коварства, не допускать лжи друг другу. Если мы таким образом будем припоясаны, то будем в состоянии стремиться к цели. Припоясанным же этим он дает знать, что нам всегда должно быть вооруженными. Как и Давид говорит, как пояс, которым всегда опоясывается. Псалом 108, 19 стих. Ибо в непрестанной войне мы находимся. Григорий же Богослов под чреслами у нас разумеет желательную способность. Ибо в чреслах внутренности, которые в Писании символ пожелания, а под истиной способность созерцательную. Поэтому утверждает, что Павел здесь увещевает всякое желание наше припоясать созерцанием и размышлением о Боге. Ибо созерцающий Бога и находящийся радость в нем, как поистине возлюбленном, не допустит, чтобы его желание обратилось на что-нибудь низкое и вращалось около земных предметов. Правда здесь называют вообще добродетельную жизнь, как бы говоря, облачив свою грудь праведными делами. Ибо как броня делает человека неуязвимым, так и правда того, кто облегся в нее. 18-й, да, Ефесянам 6 глава 15 стих. «И обув ноги готовность благовествовать мир». Толкование. «Хорошо предлагает нам и латы». Этим он говорит или то, что должно быть готовым благовествованию и проповеди. «Ибо прекрасны, говорит, ноги, возвещающие мир». Исайя 53 глава 7 стих. «Или что должно нам быть готовым к исходу, живя по Евангелию. Ибо ноги – символ жизни. Посему и говорит». «Поступайте осторожно» – Ефесянам 5 глава 15 стих. «Готовность же благовествовать добрые дела, которым и Господь внемлет. Господи, ты слышишь желания смиренных» – Псалом 9, 38 стих. Хорошо также сказал «мир». Так как он упоминал о войне и битве, то показывает, что войну эту нужно вести против демонов, а не против людей, ибо о мире – благовестие, и что, сражаясь с демонами, мы пребываем в мире с Богом, которого не должно снова возбуждать к войне против себя, нарушая мир. Но благая весть уже есть, победа совершена, посему не будем страшиться. 16 стих. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Толкование. Словами же паче всего указывать на упомянутую выше истину, и правду, и упование Евангелия. Ибо все это нуждается в вере. Но верой назвать здесь не познание истинного богопочтения, а веру, чуждую сомнение, которая заставляет верить в будущее, как в настоящее, которая совершает знамения и настолько пламенно и горяча, что и горы переставляет. Итак, как щит прикрывает все тело,
ограждая, защищая его подобно стене, так и вера без сомнений, ограда всей души. Такая вера, а не мудрование, есть щит. Щит прикрывает, а не только мешает. Стрелы лукавого, то есть постыдные пожелания, помыслы неверия, как, например, будет ли воскресенье, будет ли суд и искушение. Раскаленным же не только потому, что похоти разжигает и воспламеняет постыдным делам, но и потому, что здесь мы и совестью как бы сжигаемся. К тому же дьявол поджигает нас и чресло помыслы неверия через искушение. Вера же угашает это, потому что если демонов она покоряет, то тем более страсти. Ибо разжигает ли тебя похоть, ты верою в будущее благо и радость погасишь ее. Палит ли тебя искушение, верою в будущее ты найдешь утешение. Поразмысли, каким огнем палим был Авраам, когда приносил в жертву своего сына, но вера погашала этот пламень, погасила это пламя. Семнадцатый стих. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Толкование. То есть спасающий и оберегающий. Ибо если мы будем иметь веру, спасающую и охраняющую нас, то скоро получим и спасительные помыслы, охраняющие нашу главу или руководительный ум. В вышесказанном Павел нас вооружил, чтобы не причиняли нам вреда враги, а теперь дает оружие, которым мы сами можем причинить сильный вред врагам. Итак, мечом Духа называет иносказательно или самого Духа, или духовную жизнь, которую сокрушается глава дракона. Духовный же сей меч есть Слово Божие, то есть заповедь. Ибо если мы будем исполнять его заповеди, то будем умерщвлять змея лукавого, как говорит Исаия, 27 глава, 1 стих. Или же Слово Божие есть выражение «Во имя Иисуса Христа встань и ходи» Деяния 3.6 и тому подобное. Или же мечом Духа называют просто мудрость духовную. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча. Евреям 4.12. И имеющий дар всего духовного меча и глаголующий божественное неодолим, каков был сам Павел. Комментарий Игнатия Лапкина. Кто из живущих на земле не слышал о такой стране, как Россия? И кто не слышал того, что ее называли Святой Русью, когда был у нее православный царь? Почему же Бог попустил, чтобы исчезло то и другое? Почему меч Господень пожрал все это? Почему меч смутьянов, бунтовщиков оказался сильнее Святой Руси и православного царя? Читающий Ветхий Завет знает, что когда цари и народ уклонялись от служения Иегове, закрывали уши свои от слышания слов Господних, Бог посылал вестников своих и пророков и предупреждал о грядущем гневе, если они не покаятся, не возвратятся к Господу Саваофу. История крушения Российской империи, когда Бог вымел дочисто весь дом Романовых, как дом царей израильских, приводит к тем размышлениям, что Русь не была святой, а царский дом только носил название православного. Последний царь из дома Романовых Николай II говорил, что он солдат до гробовой доски. Почему никто из имевших общение с царями не говорил, что есть иной меч, данный самим Богом, тот меч, который делает человека непобедимым и неодолимым. И этот меч – Слово Божие. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча. Евреям 4.12. И имеющий дар всего духовного меча и глаголющий божественное – неодолим. Каков был сам Павел? Скоро исполнится 100 лет, как Бог совершил казнь над Россией и над царствующим домом. И ни разу нигде ни здесь, ни за границей исследователи этой катастрофы не указали истинную причину этого катаклизма.
указывают на жидомасонов. Говорят, что за отступление от Бога, но не говорят, в чем оно выражалось особенно. А причина в том, что народ не был привязан к Слову Божьему, не знал его и не проповедовал о Христе. К этому его никто не призывал, кроме сектантов, которых царское правительство и синод жестоко преследовали. И сегодня, как перед революцией, похожая обстановка, уроки из прежнего извлечены не были. Евангелие не на первом месте, и даже совсем не на каком. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча. Евреям 4.12. И имеющий дар всего духовного меча и глаголющий божественное, неодолим. Каков был сам Павел. Поэтому нас ждет наказание еще более ужасное, чем в 1917 году, как богоотступников и идолопоклонников в Израиле. Богу нашему слава, веки. Аминь. А Святой Руси, можно я? Конечно. У меня стихотворение есть, его поют. Святая Русь. Когда была святая? Скажите дату, срок и имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино, вина, война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, оспу островов. Все подгребли, саму тайгу и вьюгу, и расплодили нехристи, воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжирит, жжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтике, татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть, облизывает, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцам запись, у нас отнять за счастье каждый рад. У Божьих проповедников пришли служение Богу на родном, на русском, крещение духом водное в крови, тернистый путь и вход уж очень узкий. Тогда исполни веренное нам, не Русь святая, а герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Аминь. Аминь. Вот так. Ну, болящих, тут даже не знаешь, кто по болезни, кто по погоде отсутствует. По погоде. Большая часть, наверное, все-таки по погоде. Валентина звонила. Кто? Валентина Павловна звонила, что она вот из-за погоды. Угу. Политыкина, Полина, у нее болеет, она из-за погоды не пришла. Понятно. Твоя семья? Моя семья болящие? Из-за погоды не пришла. Из-за погоды. Погоды. Юля самая стойкая. Ну да, оловянный солдатик. Я прошу помолиться о рабе Николае Ольгове. Он мне звонит иногда, ну, последний раз звонил. У Надежды там ситуация какая? Какие-то боли непонятные в области плечевого сустава. Дотронуться нельзя, не одеть, не раздеть. Ну, вообще дополнительные еще проблемы. Не знаю я, ну, одним словом, вот такая болевой еще синдром добавился, еще боли возникли. Как-то она вроде с улучшением были по некоторым параметрам, но тут вот такая ситуация возникла. А болящих еще кто у нас? Такие? Любовь Петровна. Любовь Петровна, она мне звонила. Звонила? Она хотела причаститься в воскресенье. Ну, понятно. Я ей позвонила, сказала. Ну, как приедет, батюшка, надо сказать ей, что она готова. А что, Тамара у нас совсем выпала из поля зрения? Так, еще пока не ушли. Мед привезли. В банке трехлитровой, 800 рублей. Это для своих только так, там на 1200. Кому надо, берите. Никому надо, извините, по уже по списку. По списку, все по списку. А, ну кто, все не знаю. Все распределено по списку. Все распределено, все учтено могучим ураганом. Ну смотрите, чтобы не стояло зря. Про Тамару я могу сказать. Мед на 100% истинный мед. Не переведен сахар там. Имеем опыт. Да мы не знаем этих. Про Тамару расскажи, про пожалуйста. Про Тамару мы ее и дома пытались до нее достучаться, дозвониться. Но она не открывает. Мы там все пароли набрали, все. Она не открывает. Соседка нас чуть ли не выгнала. Но мы сказали, кто мы, что передайте, что мы приходили. Как-то встретиться. Она
телефон сестры Тамарины у нас есть. Мы позвонили, связались. Она говорит, если она захочет с вами встретиться, я вам позвоню. В общем, ничего на этом все. А, вот так. Не все закрыто. То есть вы прямо были конкретно у нее? Были, конечно. Да. Она живет с сестрой? Нет, она живет одна. Одна? Сестра в другом месте живет, она к ней, Тамара, ездит, там бывает у нее иногда. Она рядом в храм ходит, в Андрея Первозванного. Mm-hmm. Да и все, Тамара, пусть ходит. Ну, пусть ходит, конечно. Да, со слов соседей. Да. Ну, роботы замерзли, дрожат, наверное. Конечно, там, а их можно понять. Холод такой ехать, так, еще кто у нас? Так, еще сказать, у нас застрял транспорт, который идет в Можайское. Это под Москвой. К истинному православию выпустили теперь в два раза больше книг. И ну, автобусом, машины привозили. За доставку оттуда 220 тысяч. Но сказали, дешевле железнодорожным транспортом. И сколько уже оно идет? Недели две? Этапом идет больше. Ну, будто бы дошло до Новосибирска, за погода остановилась. Я не могу понять, железная дорога, что она, снегом перекрыла или как? Ну, помолитесь-то, вспомните, чтобы зашло. Уже все оплачено, все. Готово. Колеса замерзли. А? Колеса замерзли. Этапом высадили. Колеса железные это, что пойди. А так смазка там же. А не знаю. Метель сначала была, все дороги там перекрывали. Ну все это, тут морозы. Метель, морозы, да. Все промыслительно. Да, да. Да поможет Господь, чтобы все в целости и сохранности прибыло. Так, вот я хотел спросить. Все. Ну, кого мы не вспомнили? Кто нуждается в нашей помощи? Молитвенной, в реальной помощи, делами? Зоя как брат у папы дела? Поклон всем передала. Если кому нужны кассеты, там он ящик он стоит, картонный. Можете взять кассету, проигрывать. У кого, может, интернета нету? Бесплатно. На магнитофон, да. Кассеты, ну, имейте в виду, вот там коробка стоит крайне. Я не смотрел. Там, Библия, проповеди Игнатия Тихоновича. Ну, это потом скрипка. Ну все, говорите, если есть у вас, а у вас всегда есть. Ну все, я только просил батюшку, не приезжай. Он намерен был приезжать, вот просто начала сестра пить. Я ему позвонил, Любовь Николаевна мне позвонила, я ему звоню. Говорю, батюшка дорогой, мы вас любим и жалеем вас, и поэтому просим вас всех не приезжать. Так что мне, саркофаг закажите сразу, да и все, я буду сидеть в саркофаге. Как будет погода? Только единственное, говорит, что мне некому, может быть, отвезти, говорит. Я говорю, ну пешком-то вы не пойдете. Ну, конечно, пешком-то я не пойду. Вот так. Ну, так, ну, Господь услышал, и он отказался. Да. Я ему говорю, батюшка, ну мы без себя остались, вообрази. Ты стоишь на остановке там, придет поезд, не придет. Зачем тут рядом, и то ходить нельзя. Мы с Львовой Николаевной ходили, какую-то организацию, а тут снег-то сгрудил, а потом застыло, и там на дороге вот такие вот, как... Колдобины. Да. И она еще, да ладно, мы за руки держимся, идем. Даже надпись я посчитал. Ученики первых классов в школу, чтобы не ходили. Ну, непривычно. У нас 32 градуса стоял везде вчера. Ну, вот так. Ну что, завершать будем? Да. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне остановит делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе.
Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова, Дух Святой, да заставит нас не признавать никаких иных богов попия. Ава, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и как зиждитель, сохраняющий его. Ты Господь наш, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими наши молитвы и исполни о всех заповедавших нам молиться о них. И мы молим сегодня заповедавших, кому возвестили, кто уже знает что-то о Тебе, чтобы они твердо верили, что примирение с Тобою, Отче Небесный, возможно только при этой жизни на этой земле, что за гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Еще прошу помолиться о моей жене, рабе Надежде. Операцию перенесли, потому что заболела тут у нее это ковид этот, теперь вместо гриппа. Поэтому на 19 перенесена госпитализация. 19 декабря будет госпитализация. 20, наверное, будут оперировать. Все-таки будет. Да. Так что помолитесь. Молись, Владислав, нет? Я хотел спросить, вот здесь вот, как под лопаткой, вы пониже еще возьмете. Сегодня у меня заболело там сильно. Что это такое? Ну что это такое? А? Ну, выскочило. Внутри. Не-не-не-не-не. Передо лопатку, под лопаткой. Вот так вот. То ли спал неудобно или еще. Да. Мышцы, да можете от того, чтобы спал неудобно. Помассировать надо, там погреть. Нет, а там нет почек или что-то? Почки вот тут ниже. А, ну все тогда. Все. Сойдет. Так, закрывайте. Закрывайте. Вот это.